Дворец самбо в городе Чебоксары был полон красоты и грации. 250 невероятно крепких ребят и неописуемо красивых девочек собрал сегодня ежегодный кубок Чувашской республики по чир-спорту. К сожалению, из-за эпидемиологической ситуации соревновались только спортсмены из Чувашии. Но это никак не повлияло на настрой чирлидеров. Все были сосредоточены и готовы на все 100%, чтобы стать обладателями медалей и непременно взойти на пьедестал. Мы еще не выступили, мы очень волнуемся. Мы уверены в своей силе и надеемся на победу, потому что мы медузы! Наш город представила команда гимназии номер 6 «Медузы». Несмотря на свой юный возраст, они показали, какой должна быть настоящая команда чирлидеров – дерзкой, смелой, дружной и четко выполняющей наставления тренера. Их выступления, в состав которого входили далеко не детские элементы, завораживали зрителя и восхитили не только конкурентов, но и членов жюри. Организатором соревнования является региональная общественная организация Федерация чирспорта Чувашской Республики, целью которой является популяризация такого молодого для нашего региона вида спорта, как чирлидинг. Опытные организаторы и строгое, но справедливое судейство работали в едином тандеме, создавая мощную энергетику и зрелищность мероприятия. Мы создали этот проект для того, чтобы у нас в республике развивался данный вид спорта чирлидинг и чирспорт, очень красивый вид спорта. Благодаря таким проектам дети прививаются к здоровью, дисциплине, красоте, грации. По итогу соревнований все выступления новочебоксарской команды «Медузы» были удостоены высших наград и принесли в их копилку 4 золотых и 1 серебряную медали. Это прекрасный подарок их тренеру Наталье Карташовой в преддверии профессионального праздника «Дня тренера». Кубок Чувашской республики по чирспорту стал своего рода праздником, который зарядил спортсменов на новые победы и достижения, а зрителей – на занятия новым видом спорта. Чирлидинг, в свою очередь, доказал, что в здоровом и спортивном теле живет здоровый дух. Анна Афанасьева, Петр Куприянов, новости Новочебоксарска.